Здравствуйте, друзья и гости моего канала. Я вот в избушке, а вот изба на разведке морожки. О, уже скоро можно будет собирать. Конечно, ее не так уж и много тут. Но чуть-чуть попадается. Так. Мало морожки в этом году. Цвело-то очень хорошо. Не знаю, сейчас пройду тут по морожечнику. Посмотрим. Пока поставлю на паузу. Так что вот идем по морожечнику. Морожки мало. Что-то где-то в траве. Упал. В лесу еще есть. Ну сейчас тут я пройдусь, уже видели. Красно. Еще немножко можно собирать будет. Такие южные места. Болота. А вот туда идем, в лес. Там вот круг дадим сейчас. Посмотрим. Что к чему и почему. Я поставлю на паузу. Так. Болото. Короче, идти собирать, сколько набирать. Конечно, не гнаться там за ведрами. Сколько наберу в день? Литр наберу, два. Мне и так хватит. Мне не надо там, не знаю сколько, 20, 30, 40 литров. Не надо мне. Литр два набрал. 3-4. Хватит. Хотя бы. Ну вот. Еще зеленое. Местами зеленое еще. Рожка. Что? Мир там. Цвела, конечно, очень хорошо морожка. Вообще классно цвела. Там такие ветра начались у нас. Ой, все выдуло. Какой год уже. Тут ничего найти не можно. Как бы сколько будет, столько будет. Что будет, то будет. Я еще сетки поставлю на озере. Сыроватка. Пофигу. Нет, нет, все-таки. Ни хера. Плохо, короче. Морозка в этом году будет плохо. Ладно, друзья, ставлю на по. Выключаю еще. Обстоятельства дел вы видите. Ягод очень мало. Что будет, то будет. Ладно, до свидания, друзья. Гости моего канала. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки, дизлайки. Короче, всего здоровья, до свидания.